Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать оригинальную шкатулку из вот такой вот картонной пачки от мороженого и яичных лотков. Из яичных лотков делаем массу папье-маше. Ссылочку, как ее делать, оставлю в описании. Коробочку немножечко уменьшаю верхнюю часть, чтобы крышка была больше, чем сама коробка. Вот таким вот образом. Теперь начинаю наносить массу папье-маше на нашу коробку. И сверху, и снизу, и на дно. Все выровнять можно с помощью ножа или шпателя, смачивая это все в воде. Чтобы наша крышка была более похожа на шкатулку, нам необходимо сделать ручку. Скатываю шарик и приставляю к крышке. Зубочисткой рисую рисунок. Также добавляю камушки. Оставляю все сохнуть до полного высыхания, желательно в теплом месте. Чтобы не деформировался верх нашей шкатулки, я вставила банку. И вот наша конструкция уже вся высохла. Она стала достаточно плотной и тяжелой. Теперь можно брать краску и окрашивать. Но предварительно я решила все-таки снять камушки, чтобы цвет прокрасился и под ними. Я использую белую акриловую краску. Чтобы подчеркнуть рисунок, буду обводить его тонкой кисточкой золотым цветом, тоже акриловая краска. Ну и конечно же вернем на место кристаллы. Приклеивать буду термоклеем. Также не забываем покрыть все лаком. Я использую глянцевый акриловый лак. Кстати, можно было все-таки сначала покрыть лаком, а потом приклеивать кристаллы. Так было бы удобнее. Вот такая вот классная шкатулочка у нас с вами получилась. Если вам она понравилась, нажмите, пожалуйста, лайк. Проверьте, подписаны ли вы на мой канал. А также напишите мне в комментариях, как вам сочетание цветов для такой шкатулки. Ну и на этом у меня все. Всем удачи и пока-пока! Ой-ой-ой! Ты что, до сих пор не подписался и не поставил лайк? Скорее сделай это!